Главный звездный бой 8-го турнира топ-дока Нубис против Золотого в прямой трансляции, когда и где смотреть поединок, а также будет ли этот бой легкой прогулкой для Золотого. Все это в сегодняшнем выпуске. Ставь лайк и приятного просмотра. На официальной странице Instagram топ-дока анонсировал 8-й турнир, который можно будет посмотреть бесплатной прямой трансляции 16 апреля в 21:00 на платформе Wing. Ссылку на трансляцию и регистрацию я оставлю в описании. А главным боем данного турнира будет как раз таки поединок Дмитрия Анубиса против Тимура Золотого. Организация заверяет нас, что оба бойца потерпели поражение на прошлом турнире, не успев раскрыть весь свой потенциал, однако в этот раз бойцы покажут свой максимум и градус накала будет запредельным. В действительности бой очень интересный, но какой ли он конкурентоспособный? По моему мнению, этот бой будет легким для Тимура Золотого, и сейчас я объясню почему. Во-первых, в антропометрии Анубиса есть большой минус, его правая ударная рука короче левой, что доставляет ему неудобства в боях. Он очень скоростной боец, но часто мажет, либо не достает до соперника, отчасти возможно из-за руки. Плюс к этому Тимур сильнее во всех аспектах боя, он точнее, его бойцовское IQ намного выше, но потому что и бэкграунд в спорте намного больше. Он лучше передвигается, его тоннаж ударов намного сильнее, только в крайнем бою, который он проиграл Искандару, он своим ударом проломил Искандару череп. Плюс ко всему этому, у Анубиса еще проблемы с глазом, получается, что в этом бою все против него. Даже если никаких проблем просто бы не было, я уверен, что Тимур все равно без особого труда забрал бы этот бой. Ведь в действительности это просто разные уровни. Мой прогноз на этот бой — это досрочная победа Тимура Золотого. Напишите в комментариях, согласны ли вы с моим мнением или нет, а также оставьте там свой прогноз на бой. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и всегда будьте в курсе новостей мира поп-ММА первыми.